Снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». По многочисленным просьбам моих подписчиков я сделал видеомонтаж летнего удилища с боковым кивком и мормышкой. Значит, друзья, я использую удилище баллонское, телескопическое, 4-метровое. На нем стоит катушечка, дешевская, самая маленькая, чтобы не создавать большой вес на удилище, потому как мы его будем очень часто держать в руках, вот, и чтобы рука не уставала, она должна быть для вас легкая. Пусть даже это будет маховая удочка, вот, но главное, чтобы вы могли ее свободно, без всяких усилий, держать в руках, потому как мы будем играть кивочком и мормышечкой, и чтобы не создавать лишних движений резких. Так, друзья, как я снял последний наконечник на удилище, для того, чтобы цеплять сам боковой кивок. Я брал этот наконечник, нагревал зажигалочкой 5 секунд и сразу же, друзья, и снимал. Получается, клей мы растапливаем и освобождаем колечко. Леску я буду использовать 0,15, также можно использовать 0,18, до 0,22 желательно. Какие же использовать мормышки для мирной рыбки, то есть карась, плотва, то есть вся мирная рыба. Подходит это капелька, овсинка, дробинка, под хищника хорошо идет, под окунца. Но все же лучше использовать мормышки вольфрамовые. Так, друзья, так как у меня леска уже намотанная на удилище, вот, на катушечке, леску будем продевать с задней части нашего кивочка. Вот, друзья, внимательно, вот эти концы пластика на рыбалочке, они должны быть внизу, то есть кивочек должен стоять вот так. То есть, значит, мы сейчас берем вот так кивочек, берем край лески, продеваем через вот эту защитную трубочку, которая не дает леске резать основание кивка резинового, и продеваем через вот эти скобы на пластике. Главное, леску не перекручивайте вокруг кивочка. Все должно быть идти ровненько, сверху. И через скобы эти пропускаем. Теперь край лесочки пропускаем через вот это отверстие ушка сверху вниз. Вот. Итак, привязываем мормышечку, капельку. Достаточно будет 4 раза обкрутить вокруг цевья. Вот. Здесь у нас получается петелька вышла, да? И через эту петельку пропускаем лесочку. И все это просто затягиваем. Край лески обрезаем лишний. Вот кивочек. В кивочке есть отверстие. Уже предназначено для насадки на удилище. И мы его сюда продеваем. Главное, чтобы плотненько зашло. И чтобы оно не крутилось на самом кончику удилища. Вот, друзья, в принципе и все. Все готово, все собрано. Так что спасибо вам за внимание. Если же вам было полезно это видео, ставьте лайки. Если вы еще не наш подписчик, обязательно подпишитесь на наш YouTube канал. Возможно, что-то найдете для себя интересное, а возможно и поделитесь чем-то интересным. Так что в рыбалке всем желаю ни хвоста, ни чешуи. И будьте здоровы. Все, друзья, всем пока.